Sumat bet pas sampai periyadi kecepar ya. Salam ak bebek nazarına. Uzak gelsen. Benim soyum kuvalışım. Yetsem ok şu adam buraya gidip bari ya. Akbak nazarına doğlandığını dönem kutla ya. Uzak yaşan, canını sağ ol. Başına bir korsan, mertemeniz belen korsan. Biz bir şu adı yedik, hoğul uk bari ya. Başa gaybim. Akbak nazarına, поздравляю вас с днем рождения. Всего самого хорошего желаем. Ахтам базары всегда с вами. Просто работы очень много, не успеваем. Поздравляем так. Акбак назарына, спасибо вам за то, что вы в этот день родились. Я приобрела самого лучшего, крутого партнера. Я желаю, чтобы наше партнерство длилось многие года. С днем рождения вас! Ахбалек Назаровна, поздравляю вас с днем рождения. Желаю, чтобы все ваши пожелания сбылись. Крепкого здоровья вам и счастья. Ахбалек Назаровна, поздравляю вас с днем рождения. Uzak ömür, can, sağlık, işimizi üstünlük tutuldu. Akbek Nazarlı, sizi Mert adından doğulan gününüz bile kutlayan. Akbek Nazarlı, от имени всех блогеров поздравляю вас с днем рождения. Моя красивая женщина, все эти поздравления для вас. Doğulanın günü de sizin en yakın doğduğunuzun kutlaya. Her ki gelenler geçmen var yerler. Olurum kim beteceke sizi kutlamak için geldi. Olurum kim bete şu yerde. Yavraş zeynye. Спрашивает, что такое Актам. Официально оно звучит так: строительство коммерческой недвижимости и сдача ее в аренду. И, естественно, есть еще несколько сопутствующих проектов. Но для меня Актам – это единомышленники, это люди, которые совместно со мной делают задачи, которые стоят перед ними, решают вопросы с успехом. Это люди, которые Актам считают своим вторым домом, которые приходят туда с удовольствием работать, с удовольствием общаются и живут. Поэтому у меня Актаму особое отношение. Чтобы достичь тех результатов, которых мы достигли, главная черта – это одержимость. Одержимость своей идеей, одержимость своей целью. Когда человек одержим, он все найдет. И деньги, и связи, и людей, и возможности. Ничто ему не помешает и ничто его не остановит. В этом и заключается успех любого бизнеса, я считаю так. Потому что на практике я убедилась, что если бы я не была бы одержима своей идеей, вряд ли я бы могла бы чего-то в жизни добиться.